Нашел я таки переход на Пепельный каньон. Находится он у нас, получается, вот здесь. Получилось его таки отыскать. Но это ближайший. И я посмотрел, где-то вот тоже в этой системе, где тут рядом пещера, где-то рядышком, и еще один переход будет. Ну, мне, в принципе, и этот подходит. Так что давайте покидаем Волчью гору, идем на Пепельный каньон. Я сюда хочу зайти, чтобы забрать рюкзак, чтобы еще у нас было с вами плюс 5 килограмм. Потому что конкретно этого веса, что у меня есть, переносимого, мне мало. Так, давайте смотреть. Вот у меня плюс 10 есть из-за того, что я, во-первых, себе сделал сумку из лосиной кожи. И плюс у меня еще идет бонус на это, как его, на здоровье. Вы видите, да? Тоже там плюс 5 килограмм из-за того, что я 3 дня, по-моему, не был голодным и пить не хотел. Так, погоди, а я ж могу тебя зарисовать здесь? Плохая видимость, да? Плохая видимость. Если мы немножечко подождем, к примеру, подождем 2 часика. Ну, давай еще подождем. Да, кстати, сделал я себе шубу из медведя. Где ты? Вот ты, вот шубу себе из медведя сделал. Ага, плюс еще вот такая у нас есть, да? Ну, давай носить. Не знаю, стоит ли мне эти вещи одевать. Просто мне, в принципе, и так комфортно, и так удобно. Я думал, может, их на тряпки разобрать. Потому что вы сами понимаете, чем больше на мне одежды, тем больше у меня занимает весом. Ну, то есть 0,25. Хотя вроде все равно... Тоже мы в сумке его носим. Ну ладно, давай сделаем вот так вот. А потом посмотрим. Да, сделал себе варежки из зайчика и шапку себе починил. Так, плохая видимость, хорошо. Посмотрел я на карте. Блин, а может мы тут с вами... Давайте костер здесь с вами разведем. Сейчас согреемся полностью. Посмотрим, что у нас по поводу воды. Если у нас вода. Так, давай разламывать. Может, водички себе сделаем и дальше отправимся. Так, дай сюда. Вот так вот. Разжечь огонь. Сделал себе еще волокуши на 75 килограмм, так что мы сможем вынести отсюда полностью все то, что я хочу. 5 килограмм это, конечно, хорошо, но это один молот, один пистолет, если мы найдем и пару литров воды, и все. Так, добавить топливо. Давай смотрим, что у нас с водой здесь есть, да? Но все-таки нам не нужно... Ладно, ладно. Сколько ты по времени? 5 часов. Ну, давай 2 часика, 3 часика подождем. Я просто хочу зарисовывать карту, чтобы понимать, что здесь вообще происходит. Во, можем зарисовать, отлично. Так, и давай назад вернемся. Тут тоже зарисуем. Чтобы плюс-минус ориентировался. Куда здесь нужно будет топать. Так, а ну, достанешь? Нет, не достанешь. Хорошо, давай пробежимся. Давай пробежимся, давай сделаем вот так. Ой. Ладно, сейчас вернемся назад. Просто мне так будет проще, я когда что-то вижу, о, я это запоминаю. Что нам нужно будет? Нам сейчас нужно будет выйти прямо и повернуть сразу налево и идти до конечной. В
той стороне должна быть гора. Плюс там должен быть еще один лось. Не доходя до пещеры. Нужно будет, может, тоже забаранить лося на всякие пожарные. Попробую сделать себе еще одну сумочку, вот такую вот. Можно ли будет повесить, либо не можно. Еще одну сумку нужно будет потом проверить. И потом отправимся назад в другую локацию. Хотя, может, если получится, исследуем весь пепельный каньон. Посмотрим. Не буду загадывать. Так, а где мы вообще? Где мы вообще? По идее, я смотрел, то здесь должна была быть дорога налево. Так, ага. Давай, наверное, сразу мы либо не будем метку мы ставить. Нет, наверное, метку мы ставить не будем. Потихонечку спустимся. Потихонечку спустимся. И пойдем вот в эту сторону. Просто я не уверен, то, что мы конкретно в этом месте, где мы находимся. Так, сейчас, секундочку, я альтабнусь, посмотрю, вот у меня здесь есть карта. Угу, Волчья гора. Походу нам, ну да, нам в любом случае налево. Если мы слева увидим с вами железную дорогу или что-то такое, то... Значит, мы туда идем. Хорошо, идем прямо. Идем прямо и будем потихонечку избавляться от наших углей. Еда, вода у нас есть. Дрова, я думаю, мы тоже тут с вами найдем. И плюс, по идее, здесь не так много волков. Они тут вроде где-то есть на какой-то из подлокаций вот это вот. Но не так, как на Волчьей горе. Так, давай зарисуем. Угу. Главное, чтобы я тут не бродил с вами долго. Хотелось бы реально просто забрать с собой рюкзак и отправиться дальше к конкретному месту. Если честно, то я хотел так найти на загадочное озеро, дойти до загадочного озера и здесь обосноваться. Ну, в принципе, сделать свою постоянную базу, перетащить туда все наши ресурсы и жить там себе. Ну, иногда делать какую-то вылазку. Так, давай палочку возьмем на всякий пожарный случай. Почистил, да, кстати, забрал свое ружье. Где-то вот ружье забрал свое. Да ё-моё. Вот это вот, почистил его. И у нас есть теперь с вами 3 выстрела. Так что лося попробуем забаранить с помощью оружия, а не с помощью лука. Потому что лук портится очень быстро. Так, здесь есть переход какой-то, лестница, да, я смотрю. Фу, лестница, подвесной мост. А как мне туда попасть? Так, подвесной мост, кедровая ветвь. Мне просто интересно, мне нужно наверх, либо мне нужно идти... Прямо под ним. Ну, прямо, по-моему, я никак не пройду, да? Хорошо, если наверх, то худой. Прошлую локацию я-то изучил. Я уже плюс-минус ориентируюсь, где я нахожусь. А в этой, даже несмотря на то, что у меня есть карта, я ее с интернета себе скачал, карту, я не совсем понимаю, что нужно. Угу. О, даже волки есть. Прикольно.
только об этом говорил, что их здесь мало, но мы умудрились их найти. Ладно, давайте сходим вниз, посмотрим, а потом на крайняк просто пойдем вправо вот сюда. Пока, я думаю, ничего мы с собой собирать не будем. Так, давайте, наверное... Ёб твою. Ага. Хотел сказать, ничего собирать мы с собой не будем. Блин, я не хочу тратить сейчас ни патроны, и вообще ничего не хочу тратить. Слышь, братиша, ты не хочешь чухнуть отсюда, а? Да нет такого желания. Просто я хотел тут еще и зарисовать немножко все. Ладно, ладно. Интересно, получится зарисовать, либо не получится. Так, здорово. Что у тебя там в карманцах? Записка. Золотая шахта. Ага. Нужно будет потом посмотреть. Нужно будет посмотреть. Блин, ну ты ж мне жизни не дашь, правильно я понимаю? Я так понимаю, ты мне жизни не дашь. Где ты? Да. Ты мне жизни тут не дашь. Погоди, где пулька выпала? Вот, дай сюда. Хорошо. Отлично. Блин, не, я ничего не буду брать. Вообще ничего не буду брать. Из-за того, что у меня дома куча всего есть. Давайте, наверное, сейчас альтабнусь, посмотрю, где у нас тут золотая шахта находится. И куда я вообще вышел? А на карте золотой шахты я не вижу. Так, медвежья пещера. Золотая шахта, золотая. Ладно, ладно. Давайте дальше пройдем. Да, я знаю, возможно, я зря потратил потрошку. Блин, буду тебя собирать, не буду. Сколько у меня вообще тебя? 32. Я думаю, не. Я думаю, пока мы ничего тут здесь тратить не будем. Повязка самха у меня вроде тоже есть, да. Возможно, можно сделать еще одну. Пригодится, правильно? Блин, вот это вот фальшфейер, конечно, все хорошо. Но, падла, он так шумит. Че, просто забей. Так, давай зарисовывать. Так, что тут? Раскольный, что? Расколотая бухта, да? Расколотая бухта, бухта, расколотая бухта. Так, болото. Это я сейчас альтабнулся. Альтабнулся. Бухта, бухта, бухта. Мост, пещера. Пещера. А-а. Ладно, пошлите. Пошлите дальше. Опять же, на крайняк, если у нас здесь будет все плохо с едой, мы эти ресурсы потом заберем. Когда будем возвращаться. Так, давай зарисовывать. Хорошо. Не, ну в принципе мы-то сейчас куда-то с вами выйдем. По идее. А
потом уже будем от этого места с вами и отталкиваться, куда нам дальше идти. Так, нужно будет эти 6 штучек потратить, пока мы хоть что-то с вами видим. Так, березки. Я брать тоже пока не буду. Возможно, на обратном пути, ребят. Из-за того, что я насобирал был на прошлых локациях много березок. И теперь, если посмотреть, зайти в наш инвентарь, где наше оружие. У меня есть... Где эти штуки бросить? Я делал около 10, по-моему. А, вот у меня 45. 45 стрел есть. Я думаю, мне больше, в принципе, не нужно. Согласны? Да, плюс это дерево сейчас будет тяжелое, а я не уверен, что где-то в ближайшее время мы сможем найти с вами домик, где есть сетки, стол для крафта. Так что пока мне собирать, я точно это все не буду. Вот я не могу понять, уже темно или это локация такая. Так, 5 штучек осталось, хорошо. Блин, и нету ничего такого. Ничего такого, чтобы я мог ориентироваться. Ага, еще березки. Но я думаю, если мы все эти березки с вами пособираем. Ага, сколько я здесь. Мы можем себе сделать 100 стрел. Ну, а зачем нам 100 стрел? К примеру, на зайцев я все еще продолжаю охотиться камнями. Перепелки, ну... Ну, они мне не нужны. Я, в принципе, тепло одетый. А, да, кстати, я хотел же понямать. Как раз... Тем, что уже пропадает, нужно перекусить будет, согласны? Так, отлично, и нужно будет выбросить с вами лишнюю баночку. А, баночки нету, да? Хорошо. Так, палка, камни... На начальном этапе я с собой камней штук 50, наверное, носил. А все из-за того, что мне приходилось по 12 раз в зайца бросать. Так как не мог еще с механикой разобраться, как надо правильно в зайчика бросать. Блин, ну мы идем куда-то. С вами куда-то идем. Сейчас, наверное, дойдем с вами до какого-то домика. И нужно будет там устроить перевал. Привал, попить чайку. Согреться. Вот я думаю, нужно ли нам 100 мха? Как думаете, нужно ли нам 100 мха с вами? Повязка. Начать делать. Я не уверен, что нам нужно столько много. Сколько ты мне по весу занимаешь вообще? Где ты? Угу, почти 200 грамм, да? Повязка. Ага, один наш обычный мох. Вот, 0,2. А, ну то нормально. Тогда можно еще парочку собрать. Да, и вроде темнеет. Нужно будет сейчас справа в пещеру зайти, посмотреть, что там находится. Может сделать как раз себе костер. Поспать до утра и отправляться дальше. Так, давай смотреть. Ты кто? Главное, чтобы это не была пещера медведя. Так, пещера. Мы нашли какую-то пещеру. Хорошо. Берем. Отлично.
Ага, дрова есть. Ну давай, давай возьмем. Давай возьмем. Давай, наверное, мы сделаем вот так. Че, я зря его заправлял. У нас теперь на литр есть горючего. Мы можем спокойно с вами светить. Ага, да, скоро ночь. Так, это что? Это текстура. А здесь в пещере больше ничего нету. Блин, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю лечь поспать. Как вам такая идейка? Предлагаю просто лечь поспать и все. И с утра уже отправиться. Давай делаем костер. Где-то вот тут вот. Разжигаем. Сейчас понямаем, попьем. И ляжем баньким. Я бы ночью, конечно, ходил бы, это не вопрос, но реально я хочу зарисовывать. И плюс нужно будет взять себе хотя бы один факел. Потому что если дальше будут вот такие вот встречи с волками, мне нужен будет факел. Хотя бы штучки 3. Все, отлично. Берем спальник. Давай вот сюда. Давай посмотрим, что мы можем с вами это сделать. Выбрать. Баночку. Готовить. Так, березового чая. Чай, сваренный из придольного корня, лопуха, натуральный антибиотик. Давай приготовим из этого, как его, из березки. Подождать, забрать, готовить, готовить. Подождать, готовить. Дальше сейчас наготовим. Ага, свежая банка с посолью. Давай готовить 6 минут. Поедим сейчас от пуза с вами. Съешь это. Отлично. Здесь давай мы... Давай эту баночку тоже здесь оставим. Походим просто пока с котелком. Ну все. Вроде бы нам больше ничего не нужно. По поводу водички, что у нас? 0,9 литра нужно. Так, это мы убираем вот сюда. Вода. Выбрать 2 литра. Готовить. Готовить, готовить, готовить. Давай, выпиваем и ложимся баньки на 10 часов. Все, поднять. Давай, спадки. 10 часов. Как раз сейчас у нас и угли будут с вами в этом костре. Да и мы, в принципе, сможем отправиться в путешествие наше дальше. Так, выпили. Нужно будет еще подождать, пока солнышко не встанет. Сейчас только с первыми лучами, и мы сразу с вами отправимся дальше. Так, вроде видно. Погоди, где костер? Костер, костер, костер. Древесный есть. О, да, можем зарисовывать, отлично. Все, пещера, пошлите дальше. Тут мы с вами разобрались. Ага, еще 6 угля у нас с вами есть. Возможно, здесь нужно было сделать схрон какой-то. Ну, из-за чего я с собой все ношу? И из-за того, чтобы понимать, что мне лишнего выбросить. Ну, то есть я привык, что, к примеру, у меня есть один нож, одна пила, там один топор. И мне это надо. И дальше, к примеру, я там какие-то лишние вещи брать не буду точно. Потому что чем больше у меня места в рюкзаке, тем больше у меня всякого хлама. Нужно себя приучать, чтобы брать что-то самое важное.
то, что нам с вами должно пригодиться. Блин, опять мы куда-то с вами идем, только куда мы идем? Если бы я только знал. Так, взять. Бегать пока мясь не буду. Вот с одной стороны я делать... Ёб твою! Угу. Угу. 81, 97. Угу. 95. Вот реально, мне сейчас на этом моменте хочется удалить эту гребаную игру. Из-за того, что я столько дней и добывал мишку, добывал вот это вот все. А он просто взял и... Ладно, ладно. А мне сейчас просто горит, честно. От этого момента. Пытаюсь себя контролировать. Нет, это не проблема. Обратно потом вернуться на локацию и на этой локации добыть еще раз медведя. Еще раз там волка и зайца. Не проблема, но... Я рассчитывал, что мы... Блять. Гребаный кибастон. А у меня нету ничего из волчьей одежды, понимаешь? У меня нету ничего из волчьей одежды. У меня все из этого. Шуба из медведя, голова из зайца. Это лось. Олень. Ладно, ремонтировать. Мне шубу жалко, понимаешь? Зайца я-то еще смогу себе... как-то найти здесь и отремонтировать. Возможно, оленя смогу. А вот медведя, чтобы завалить, ну, сами понимаете. Вот такое себе. Ну, зачем оно мне? Мне это не надо, честно. Мне реально это не надо, у меня это есть. Я молчу из-за того, что пытаюсь себя контролировать, чтобы не сказать... грубого и лишнего. Так, забраться. Реально, пытаюсь не сказать ничего грубого и лишнего. Из-за этого такая минутная пауза. Потому что, ну... Ну, это капец, короче. Так, ну наверх я явно не поднимусь, да? Я уверен. Да, я слишком тяжелый. Насколько тяжелый? Ну смотри, у меня 40 килограмм. А 5 килограмм лишнего. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Здесь выбросим. Что еще у меня тут тяжелого такого есть? 2 килограмма. Давай стрелы, наверное, сюда. Тоже бросим. И давай посмотрим, что у нас там наверху. Гребаные волки, почему я их не слышал? Скажите, пожалуйста, почему я их не слышал, а? Разработчики. Ну какого рожна? М? А мне точно сюда надо лезть? Или нет? Ага, а я, наверное, не смогу, да? Потому что мне не хватает. Не хватает сил на это сделать. И что? А, в принципе, можем, да?
А что я снизу оставил? А снизу я оставил то, что мне нужно. Не, я не смогу забраться. Забраться я не смогу. Да-да-да, давай еще упади. Хорошо. Хорошо. Минус 5. Просто в чем прикол? Сейчас, подождите. В чем прикол? Снизу я оставил вещи, которые мне нужны для создания пороха. И создания, получается, патронов. Нужно ли нам сейчас наверх сюда лезть? Я просто реально не знаком с этой локацией. Вот просто от слова забей. Ладно, давайте, знаете, слишком тяжелые. Окей, окей. Почему слишком тяжелый рюкзак? Погоди, я ж ничего не делал. Может, за то, что ты баиньки хочешь? Ладно, ладно, давай. Давай ляжем, поспим немножко. Угу, у меня даже палочек нету. Просто не знаю, нужно ли мне наверх идти, либо мне нужно просто прямо по низу. Потому что я жарю, я смотрю на карту. Ага, спасибо. Да, это не сработало, я понял. Я смотрю реально на карту и... Я вообще не понимаю, где я. Ты издеваешься? Игра. Ты, наверное, реально издеваешься. Это не выживание, это бред. Вот. Я реально не могу понять. Вот у меня есть пила, у меня есть топор, у меня есть все. Я что, не могу вот эти вот деревья рубить? Кто мне скажет? Сколько здесь? 3 часа? Да, хотя бы. Давай вот так. Сон. Надеюсь, мы не замерзнем. А если замерзнем, игра закончится. Если игра закончится, скажу. Уи! Потому что эти гребаные волки мою шубу, падлы, погрызли. Все, поднимемся, я надеюсь. Сейчас, короче, поднимемся сюда наверх, посмотрим, если здесь будет какая-то локация, плюс-минус, чтобы я понимал, где мы. Я буду думать, как перенести обратно наверх все эти вещи. Потому что они мне нужны. А здесь просто тупо вообще ничего нету. Так, давай попробуем еще раз. Я альтабнусь, и золотая шахта. Ага, ага, золотая шахта. А золотая шахта — это, походу, то, что нам с вами как раз, ребята, и нужно. И мы идем в правильном направлении. А значит, что? А значит, да, мне нужно спускаться еще раз и забирать эти вещи, которые я там оставил. Потому что, возможно, мы в той шахте сможем с вами и изготовить патроны. Я не уверен, конечно, в этом. Но, возможно, мы сможем это с вами сделать. И я бы не хотел бы, так сказать, опростоволоситься. Это мы не будем оставлять. Это мы с вами съедим. Так, надеюсь. Ага, 17 носки. Чтобы его еще такого выкинуть бы тяжелого.
Так, действие. Ага, бросить я не могу. Ладно. Бросить все. Просто чтобы я смог спокойно сюда подняться. Все, хорошо. Пусть здесь все лежит. Жарю, я не уверен, что я смогу с помощью пещеры там делать себе патроны, но на всякий пожарный давайте заберем, давайте. Мало ли. Потому что если я там смогу это всем заниматься и делать, и мне придется обратно сюда возвращаться, мне реально подогреет, и я удалю ее. Вот такой, как говорится, я человек. Так. Давай это заберем. И вот эти вот штучки тоже. Возможно, они мне не нужны, но может мы стрелы с вами наделаем. Хотя тоже наделаю я себе стрел, но потом же я не смогу из лука стрелять, потому что он падла быстро приходит в плачевное состояние. О, полезли. Сейчас до уступа. Немножко отдохнем и дальше полезем. Давай. У, хорошо. Шиповника, березовый чай. Давай шиповника попьем. Так, а у меня вроде бы... Я кофе выбросил, да? Все, мы отдохнули? Нет, не отдохнули. Хорошо, давай. Подождать часик. И давай попробуем залезть все-таки. Этого, по идее, нам должно хватить. Собираем вещи. И топаем вперед. Не знаю, я один такой, что мне иногда хочется некоторые игры просто удалить из-за того, что кто-то там поцарапал твою машинку, либо покусал твою шубу, либо еще что-нибудь. И ты такой, все, это больше не идеально. Не хочу это больше видеть. Так, давай это все собирать. Собирать и идти себе искать дрова. Развести огонь, поспать, поесть и отправиться дальше в путешествие. Все, вроде бы все собрали. Так, я понял, вы ничего не видите. Сейчас мы сделаем. Так, тут березки, тут по идее должен быть березовый чай. И мы по идее сможем его собрать. И где-то здесь должны быть палочки, хотя бы пару штучек, чтобы мы могли развести с вами костер и отдохнуть. Да, есть березовая кора. Отлично. Так, еще березовая кора. Из-за чего собираю березовую кору? Из-за того, что мы можем сделать чай, который будет восстанавливать нам потом с вами хпшки. Так, дай сюда. Ага, палочка есть. Ну, эту палочку я могу засунуть, как говорится, только в одно место. Мне от нее ни холодно, ни жарко не будет. Я даже костер не смогу развести нормально.
Ладно. Давайте пройдем немножко дальше. Бежать же я не могу. А, не могу. Давайте пройдемся и попробуем найти себе... Может, какое-то поваленное дерево, с которого мы сможем добыть себе дров. Так как этих палок реально хватит, я думаю, минут на 20. Так. Угу, вот еще. И вот еще. Ладно, давайте рискнем. Давайте рискнем с этими палочками. Поспать хотя бы пару часиков. Сейчас давай еще соберем. Сейчас нужно березового чая будет наделать. Так, что это за музыка? Игра, можно мне тут без приключений, пожалуйста? Что это за музыка такая? Хорошо, давай где-то здесь попробуем костер развести. Так, на склоне нет. Давай выше чуть подымемся. Вот тут где-то. Согласны? Так, давай потушим. Берем в руки вот так костер, который... Который почему-то не хочет. Наверное, из-за того, что мы на склоне, да? Понял. Спасибо, игра, что я не зря подымался. А чё за бред? Во. Так, не. Труд и палки. Во. Так сказать, кинем пару палок в огонь. Да-да-да. Камон, камон, камон. Есть, отлично. Час 24 минутки. Ладно, ладно. Спальный мешок. Час 24 минутки. Сможем десяточку выспаться? Да, можем. Поехали, ребят. Гоу-гоу-гоу. Блин, ну и тоже возле... Возле этого, как его... Возле золотой шахты. По идее, будет лось где-то. И нам тоже нужно будет с вами быть аккуратными. Потому что в прошлый раз, когда я пытался... Забрать с него шкуру, он меня два раза чуть не... Как его... Не отправил в лобби. Так, я так понимаю, нам все время налево, да? Так, у нас с вами есть тут? Не туда. У нас вроде было много кофе. Я помню, нашел... Ага, мы замерзаем. Где-то много кофе был, нашел. Ну, походу... А, нет, чашечку вижу одну. Ладно, не буду тратить. Возможно, пригодится... Наша одежда замерзла. Давайте мы уже согреем нашу одежду уже потом. А сейчас пока мы будем тратить время. Пройдемся по максимуму, сколько сможем. Это кто? Вы слышали? Мне уже все шаги пугают, но я слышу кого-то. Я реально кого-то слышу. Только кого? А, это олень, да? Понял. Это Левин, ребят. Левина можно не бояться.
Блин, за этих оленей что-то хотел такое умное сказать, уже и забыл. Ну ладно. Так, а нам... Угу. А нам, в принципе, недалеко и осталось с вами, да, я смотрю? Еще березовый чай. Давайте собирать. Потом просто наделаем себе его. А, ну дай посмотрю, ты портишься, либо не портишься. Где у нас кора? Кора. Где ты находишься? Вон где ты, 100%, да? А, это приготовленная. А где сырая? Вот ты сырая. 15. Ладно. Давай собирать палочки. Вот такая вот игра мне нравится. Иди тихо, спокойно. Медведи на тебя не нападают. Левин тут где-то бегает. Отлично. Не, надо вот это все усложнять. Самое, знаете, что самое... Самое то, что я смотрел в интернете не такую карту, как здесь. Ну, то есть, я должен был выйти где-то на озере и отправляться влево. А здесь я вышел вообще в какой-то другой стороне. И там, где я должен был появиться, был ББ. Там не должно было волков находиться, вообще ни одного. Не знаю, может, карта старая, либо разработчики что-то обновили. Угу, нам направо, да? Нам же не надо подниматься наверх. Нам же просто направо, я надеюсь. Потому что переносить по 200 тысяч раз одно и то же, у меня вообще нету желания. Если честно... Ну вот, ребят, смотри, вот у меня есть пила, у меня есть топор. Почему я не могу вот это вот дерево себе использовать на дрова? Кто мне скажет? В чем проблемка? А мне все-таки придется подниматься, да? Потому что дальше... Дальше тупик. Да вроде нет. А давайте, чтобы мы зря с вами не выбрасывали вещи, одевали их. Давайте посмотрим. Может, здесь мы сможем как-то пройти. Хотя что-то я сомневаюсь. Кто это на меня там смотрит? Бэмби, ты? Все хорошо, зайчик, не переживай. Все свои. Давайте попробуем, может, тут пройти. Ага, прошел, проверяй. Здесь тупик. Нам опять сейчас придется по 250 тысяч раз все выбрасывать. Ладно, ладно. Идем наверх. Хотя, может, сейчас попробуем, знаете, что сделать? Сделать вот так. Делаем вот так вот. Сейчас возле подъема мы с вами сделаем привал. Наделаем себе чайка, наделаем себе воды. И как раз, если, например, мы первый раз поднимемся, устанем, спустимся, мы сможем поспать. Потому что хпшки у нас реально маловато. Ну, в том плане именно стамины. Нужно будет сейчас развести там костер. Не, наверное, я сначала наделаю себе
чаю, а потом уже будем делать с вами костер. И возможно здесь возле костра что-то, прям то, что мне явно не пригодится, я оставим. Сейчас будем посмотреть. Так, пошли. Тут, надеюсь, больше подъема нет. Есть, ребят, вот еще один подъем, видите? Наверх. Опять же, стрелы я не могу оставить из-за того, что, возможно, я там и смогу их наделать. Давай. Костер. Не, давай сначала смотреть, что мы можем делать с тобой. Повязка, приготовление березовой коры. Давай начать делать. Так, шиповник тоже. Тоже шиповник делаем. Повязки у меня есть. Мха, повязку давай еще одну сделаем. Теперь давай отойдем вот сюда. Берем сумку. Металл. Но металл мне нужно. Металл мне нужно будет действие ремонт. Ремонтировать это все. Сейчас отремонтируем. И посмотрим. Так, есть, отлично, все, это мы можем с вами бросить, либо оставить, либо... Хорошо, давай бросить, бросить все. Где у нас шидрова? Бросить, бросить все. 45 из 40, не могу, да? То есть мне нужно где-то 5 кг выкинуть. Ну смотри, из этой штуки мы можем делать с вами пули. Из этого мы можем делать порох. Из этого мы можем делать с вами патроны. Я не хочу реально это все выбрасывать. Старый висящий мох. Давай, наверное, куда-то вот сюда тебя. Бросить, бросить грибочек. Бросить сушеная кожа. Что из кожи я ремонтирую себе? Действие ремонт. Это кролики. Действие 100%. Но я думаю, нам пока мисс кожа здесь не нужна, правильно? Бросить перо. Перо, перо, перо. Удочки. Но это мне нужно. Либо рыбу ловить я буду. Либо я буду с вами... Давайте заточим. Зашивать, штопать. Его можно использовать вместо швейного набора. Кто не знал. Стоять? Это что такое? А, это у меня в животе бурчит. Это у меня бурчит в животе, ребят. А точнее, у нашего главного героя. А чё так мало? Во. А то шо пил, шо музыку слушал. Стрелы, стрелы, набор 57%. Нужен он, мне нужен. Мне нужно избавиться от 4 килограмм. Да, я смотрю. Килограмм бросить. Так, персики, персики, персики. Блин, может, это будем с вами нямать. Ну не, я хочу его оставить конкретно до тех лучших времен. Хотя тоже я бросил. Бросил мясо. Зачем я его бросил? Просто сильно. И вроде и не сильно далеко, и не сильно близко. Хорошо. Если мы с тобой поступим вот так. Возьмем одежду. Ты у нас 5 килограмм, да? Тоже нет. Тоже не, да? Намокло на 15%.
Ладно, сейчас будем что-то мудрить. Это мы здесь оставляем. Это нам пока мест не нужно. Берем костер. Делаем вот так вот. Стопы. Палочка. Делаем так. Сейчас согреваемся. Смотрим, что мы будем делать. И нужно будет реально двумя ходками так туда-сюда его перенести. Опять же, я не знаю, есть ли в той пещере штука, чтобы я мог делать себе этот, как его, потрошки. Если нет, ну значит я просто зря потратил время. Если да, то я не буду возвращаться туда-сюда по 200 тысяч раз. Согласны? Давай, вот тут возле костра мы, чтобы нам было тепло и уютно. Что по поводу воды, ты мне скажи, 0,86. Хорошо, вот здесь пьем. Так, 6 часов, давай поспим 5. Как раз, по идее, сейчас должна наша одежда будет просохнуть. Спальный мешок есть, отлично. Разложить. Давай выпьем кофе. Выбрать. Подождать до готовности. Выпить. Так, отлично. И давайте что-то сбрасывать. Что мы можем сбросить с вами? Наверное, бросить. Взаимодействовать, бросить. Вот. Три вещи сбросили. Хорошо. Полезли. Наверху так же самое сбросим. Есть, отлично. Я ж тут же пройду, я надеюсь. Да. Потому что будет печально, если там будет тупик. Так, бросить все. Что еще тяжелого у меня такого есть? Вот так вот, все. Отлично, давай вниз. И нужно будет сейчас сделать еще чайку себе, чтобы у нас согревание было. Так, отлично. Забрать. За... Не, погоди, сколько? 2 часа. Давай сон на часик. Хоть чуть-чуть восстановимся. Хорошо. Поднять, разложить. Так, чашка травяного чая выбрать. Подождать, выпить. Так, разложить чашечку сюда, выбрать. Подождать, забрать. Давай вот тебя. Все. Полезли. Теперь главная задача будет забраться на второй выступ как-то. Как-то на второй выступ нужно будет с вами забраться. Ага, лампа где тут? Давай, зажигаем. Так, сейчас мы это все позабираем. Да, долго, нудно, но что поделать. Вот такая вот игра. Нужно будет все позабирать. И сделать все то же самое. Только с другой стороны. Все, пошли.
По идее, нам должно хватить энергии подняться туда и обратно. Ну и на это, конечно, надеюсь. И в этой бы серии мне хотелось бы дойти до этой шахты, а в следующей уже ее исследовать. Ничего не вижу, если честно. Угу, вот сюда. Так, разработчики, вы тут мне пару бревен не оставили случайно? Или вы не думали, что будет такой жадина носить полностью все с собой? Не, ну просто все свое ношу с собой. Ребят. Так, таблетки для чистки воды, полено. Ля, то есть мы можем снежное укрытие. Так, использовать. Да ты шо? А ну, басички мы можем? Как тут басички? Кто мне скажет? Выйти. Прикольно, я ни разу еще тут не был. Так, ремонт. Ткань. Палки. А у меня есть ткань? Ладно, давай отремонтируем. Снежное укрытие использовать. А как мне в нем спать? Костер, костер, костер. Не, никто не знает, как мне тут спать. Подождать часик. I don't know, если честно. Ладно, где тут трос на второй этаж? Где тут трос на второй этаж? Нужно будет сейчас поспать. Я просто не знаю, как спать в снежных укрытиях. Или нам какой-то костер нужен для этого. Ни разу не спал. Я привык, что у меня есть спальный мешок. Куба из медведя, который волки погрызли. Падлы. Так, использовать. Ну, и как баиньки. Алло, игра. Странно, ну ладно. Ладно, хорошо. Давай тогда вот тут мы с вами. Давай на десяточку мы как раз с тобой поспим. Можем себе позволить. Я не знаю, что не так со снежным укрытием. Почему я в нем спать не могу? Так, потушить, разложить. Тут где-то должен быть еще подъем. А где он? Мне нужен свет, да? Сюда? Ну, пока мы поднимаемся, можем и идти дальше, правильно я понимаю? Так, вроде бы правильно, или нет? Да, да, проще будет, знаете, что сделать? Подождать немножко. Пока мне солнышко не встанет, потому что мы реально с вами ничего не увидим, и это будет очень долго и нудно. Куда нам нужно? Вот. Вот сюда. Ага. Я вообще не туда пошел. Отлично. Вот это сейчас бы я тут бы себе ножку сломал бы. Но... Ну, игра, ну, пожалуйста, ну, пусти меня. Прикинь, не могу. Все, а вот так могу. Тоже не могу. Блин, а если я сейчас упаду, я себе одежду порву.
Не могу поднять ногу. И зайти тут не могу, да? Да неужели? Ну, пожалуйста, я тебя прошу, ну зайди. Ну широкую, на широкую, алло. Ёбаные волки, как я сюда поднялся? Так, все, ребят, я прыгаю. Вы как хотите, но... Ну я прыгаю, все. Ну реально, широкую на широкую, это я не знаю. А вот уступ, да, я вижу. Ладно, давайте, наша песня хороша. Начинай сначала. 3 килограмма. Есть. Сухомяточка ты наша. Чтобы мне выбросить такого на 3 килограмма. Металлолом. Бросить. Полторушку, да? Блин, 45 мне нужно. Давай мы... Если мы десяточку выбросим. Ага. Чтобы еще такого скинуть. Тяжелого, как думаете? Так, бросить. Во, 600 грамм. А на 600 грамм у нас что здесь есть? А, без понятия, да? Бросить все. Все, и... Есть. Давай, 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 давай. Хорошо, давай тогда мы с тобой бросить еще 5 штучек. Да ты шо, ребят, все, смотри, вот это мы здесь все оставляем. Нам в любом случае придется возвращаться назад той же дорогой. Если получится, потом это все заберем. Не уверен, что мы полностью сможем подняться, так что давайте на уступ поднимемся. Чипсы с кетчупом. Здесь у нас что? Чипсики с кетчупом. Дровишки, да? Отлично. Чипсики, чипсики. Бросить. Вот так вот. Так. Полезли. Надеюсь, я не совершил ошибку и не упаду сейчас. Не, вроде бы даже нормально. Залезли. Да неужели? Неужели я это сделал? Ура, предлагаю отметить. Ура! Это что такое? Что за деревцо? Что за деревцо? По-моему, из которого я с вами лук делал, да? Но оно мне надо. Если это деревцо, то оно мне... Да ты издеваешься. Сухой молодой клен. Ну надо мне это деревцо, надо, что я могу поделать. Я пока здесь буду там в пещере жить пару дней. Оно мне пригодится. Сколько мне тут? 130, да? 130 рам. Хорошо. Камушек, камушек, ножичек, факел нет, нужно. Потрошки нужны, перо бросить.
ткань бросить. Во. Полезли. Вот так вот, потихоньку, помаленьку. Ну, что-то мне кажется, мы не сможем залезть. Что-то мне кажется, мы сейчас тут упадем с вами. Хотя, если сейчас долезем до уступа справа, будет еще шанс как-то с вами выжить. У меня вроде факел там есть. Может, с помощью факела мы разведем костер и сможем хоть чуть-чуть поспать. Давай, 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 пожалуйста, до уступа немножечко осталось. Ну? Ну давай. О, уступ. Ууу, палка есть, хорошо, есть. Придется что-то бросить, да бросать ничего не придется, не переживай. Мы с тобой просто сейчас разведем костер. Вот тут. И поспим, чтобы залезть наверх. Блин, спасибо разработчики, что оставили хотя бы здесь пару камушков. И пару бревнышек. Да и чипсики там были. Потому что без бревен бы мы дальше бы не залезли. Мне пришлось бы что-то бросать бы. 2 часа, хорошо. Давай не 2, давай десяточку спим. На этот костер мне как-то все равно. Так, поднять, все, полезли. Теперь, по идее, мы должны с вами будем подняться вверх. Все, давай. Кстати, нужно посмотреть, сколько дней мы здесь кайфово выживаем уже. Так, отлично. А как посмотреть? Ля, 60 дней уже кайфово с вами выживаем. Прикольненько. Мы же сможем с тобой сделать вот так? Да, сможем. Ну все, мы почти пришли. Правильно я понимаю? Или еще нужно будет подниматься? Что-то у меня отбило желание полностью исследовать этот весь пепельный каньон после вот таких вот моментов. Потому что я понимаю, что если я сейчас загружу себя по полной, обследую это все. Кстати, что по поводу моей одежды? 96, 80, 86, соточка, 85. 96, минус 4%. Ладно. Надо будет как-то еще мишку поймать. Нужно реально будет еще как-то мишку поймать. Угу. А чё вы улетели? Кто тут? Медведь, волк, дракон. Что здесь находится? Такого, что вы улетели. А где шахта? Я не туда пошел, да? Так, погоди. Вот это вот она? Или она прям шахта-шахта должна быть? Да, давай еще застрянь здесь. А где эта шахта? Ну, я сейчас, походу, возвращаюсь назад, правильно я понимаю? Или неправильно? Так, давайте, чтобы я понял, куда мне идти. Опасность, осмотренно, выбрать. Чтобы оно мне показало, в какой стороне хотя бы я. Ага, осмотренно. То есть я вот тут нахожусь. А мне нужно вот сюда.
Это мне нужно... Сейчас, секунду, ребята, я посмотрю на карту. Посмотрю на карту. Блин, ну... I don't know. Я даже на карте таких скал не вижу. Ладно, ладно. Ага, мы отсюда пришли, правильно понимаю? Ну, если мы с вами отсюда пришли... Ну, значит, логично, что вниз. Так, давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас, наверное, кину здесь пальный мешок. Сохранюсь, а в следующей серии мы уже с вами куда-то отправимся. Так, всем, кто это посмотрит, правильно я понимаю, что мне нужно вот в эту сторону спускаться? То есть каким-то образом мне нужно будет спуститься вот туда. И вот это вот наша будет золотая шахта. Вот это вот оно будет. Это ж оно, правильно, внизу? Или нет? Напиши мне, кажется, ответ, пожалуйста. Если это оно есть, то это хорошо. Если нет, то я задолбался блуждать тут. Так что все. Давай мы сделаем вот так. Да, мы чуть-чуть, конечно, замерзнем с тобой. Но мне главное сохранить игру. Так, отлично. Все, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, правильно я иду ли к шахте. И вот это вот оно находится. А в следующей серии я уже через пару дней, не знаю, либо когда будет свободное время, попробую туда сходить. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом, ребят.